Давайте смотреть. Давай. Да, пожалуйста. Торт из снега, льда и стужи испекли друзья не зря. Новый год не просто ужин. Это днюха января. А ты что-то загрустил? Эх, устал. А у меня отпуск всего 11 месяцев. А я за 11 месяцев до Гоа даже не дойду. А ну, давай, задувай. Кто ты, милое дитя? Здесь жилье не близко. Ты одна, такой мороз. Бомж или толкинистка? Злая мачеха била меня головой об камин так увлеченно, что не заметила, как пробило 22:00. И в магазинах перестали продавать Новый год. И она послала меня в лес за шампанским. Ух ты! Какая жестокая женщина! Интересно, а какую программу на НТВ она ведет? Стойте! Ну неужели мы ее просто так отпустим? Этакий аппетитный розанчик. Не бойся, не бойся, девочка. Это апрель так шутит. Не смешно. Ну а кто еще смеялся над первоапрельскими шутками? Ладно, ладно. Ну, кто поможет девочке? Кто поделится праздничным настроением? Июнь, давай ты. Я не могу. У меня чемпионат Европы по футболу. Сборная России зачем-то вышла во вторую часть. Я сам собирался у августа занимать. Не-не-не. А день десантника, а бутылки о голову, а фонтаны, а арбузы бесплатно. Вон в октябре праздников нет. Здрасте, нету. А день учителя, а? Август со своим днем десантником курит. Вот пусть апрель дает. У меня день космонавтики. Да ладно, в день космонавтики можно и спирта вмазать. Правильно. Я не говорю. Так, давай, давай. Держи, девочка. А ну стой. Эх, гулять так гулять. Спасибо. Ну что ж, друзья, пришла пора свечу задуть на торте. И пусть январские ветра... Чего тебе еще, девочка? Или заблудилась? Нет, я уже вернулась. Я очень быстро хожу. Особенно впереди волков. У нас гости. И злая мачеха послала меня в лес за табуретками. Эй! Вот тебе, девочка, мои личные... декабрьские табуретки. Брат декабрист, ты хоть следы декабристов стер бы. На халяву и так идет. Вот тебе от чистого сердца. Братцы, скоро Новый год! Время января грядет! Январь, брат, от всех нас, всех благ и супруги! Мужики, есть гитара? Тебя мачеха послала? Да, мачеха послала, я психанула, выбила. Дай гитару. Так пусть же в январе будет всем всегда! Слушайте, дайте я второй микрофон от караоке. И ветра! Что тебе еще надо, дитя тьмы и сказок? Подснежника! У этой мачехи аллергия на цветы, как и у прошлой. Дура я, дура! Это сок. Убью паразита! Вот вспомню, кому надо, и убью! Да нет уже у нас ничего! Все тебе отдали уже! Да я поспать пришла, а ты думал, Устин. Да как ты смеешь? Да ладно!